الأول بيروي طريقة السلف مع القرآن. Это самое. Путь праведных предшественников с Кораном. السلف الصالح لم يهجر القرآن. Праведные предшественники они не оставляли Коран. ولم يكون يقرأ القرآن هكذا دون الفهم لمعاني القرآن. لا. И также они не читали Коран просто не понимая значения. كان لديهم في كل يوم حفظ يومي كل يوم يقرأ في القرآن ويحفظ القرآن. У них каждый день был норма, ежедневная норма заучивания. Они каждый день читали и заучивали Коран. И при этом каждый день смотрели в тафсир этих аятов, то есть толкование этих аятов. И также просили Аллаха помощи на то, чтобы поступать в соответствии с Кораном. Нам что сейчас делать? أولاً تصحح قراءة القرآن خاصة سورة الفاتحة. Во-первых, исправляешь свое чтение Корана, особенно сура الفاتحة. تصحح على مدرس على إمام مثلاً. Исправляешь его у учителя или у имама или у шейха. بعد هذا تحفظ. После этого заучиваешь. تنظر في التفسير مختصر لا تبحث عن الكتب المطولة في التفسير لا تفسير مختصر موثوق فيه. После этого смотришь в сокращенное толкование, не смотришь в длинные распростертые толкования, как тафсир ибн Катир. Ла, антум култум тафсир ибн Катир. Ла, тафсир ибн Катир يعتبر مطولات. Ана култа, ана. Ай, да. Фаяхуд тафсир мухтасар, метал тафсир ас-Саади. И берут сокращенный тафсир, как тафсир ас-Саади. Нам. Ястаим биллах аль-амал, яхфад. ويتدبر المعنى ويستعين بالله على العمل. И также просит у Аллаха помощи в том, чтобы поступать в соответствии с ним, то есть заучивает, читает и поступает в соответствии с ним. نعم.